Когда акушеры, увидев новорожденного, вызвали полицию, расследовать загадочный случай поручили детективу Родригесу. У ребенка, которого медсестры назвали Луной, на лбу было необычное родимое пятно, напоминающее древний символ, связанный с давно потерянной цивилизацией. Углубившись в расследование, детектив Родригес обнаружил ряд загадочных событий, связанных с рождением Луны. Некоторые свидетели утверждали, что видели странные огни в небе в ночь, когда она родилась, в то время как другие сообщили, что слышали неземную музыку, доносившуюся из больничной палаты. Копнув глубже, детектив Родригес раскопал скрытую сеть людей, которые считали, что Луна была ключом к раскрытию могущественного древнего пророчества. Они были готовы пойти на многое, чтобы защитить ее или использовать ее ради собственной выгоды. С каждым поворотом расследования детектив Родригес все глубже погружался в мир тайн и интриг. Когда он бежал со временем, чтобы разгадать правду о рождении Луны и значении ее уникальной родинки, он понял, что этот случай не похож ни на один, с которым он когда-либо сталкивался раньше. В захватывающем финале детективу Родригесу предстоит противостоять своим собственным убеждениям и предрассудкам, раскрывая правду о необычном существовании Луны и раскрывая секреты, которые были скрыты веками. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.